представить будущих обладательниц чемпионского титула ФИЗМа, а это самая престижная награда среди фокусников, которая разыгрывается раз в 3 года, Наталья и Екатерина. Добро пожаловать! Смертельный номер. Я не исключаю следующее развитие события. Сейчас 2 этих очаровательных создания будут дурить взрослых дядей и тетей. Господа экстрасенсы, прошу вас. Ну, давайте. Пойдем. Я Ирина. По мнению экстрасенсов, почувствовать, где кроется обман, смогут Ирина, Антонио и Владимир. Наташа с Катей будут показывать вам фокус. Вы можете находиться в любой точке сцены. Ваша задача – разгадать этот фокус. Угадываете, рассказываете, как он устроен, вы победили. Нет, мы над вами смеемся. Вы готовы? Да. Дорогие друзья, фокус начинается! Дамы и господа, добро пожаловать в мир семейки Адамс. В руках у меня лунный камень. Ему более 2000 лет. С помощью него я проникну в ваше сознание и создам в вашей голове картины, образы, числа. Загадайте любое 5-значное число, ведь именно столько углов на камне. Мне понадобится 3 помощника. Выберу я их произвольно. Я кидаю мяч. Кто поймает его, записывает любое 5-значное число в блокнот моего помощника. Затем кидает мяч дальше, тем самым выбирая следующего зрителя. Все понятно? Начнем. Напишите любое 5-значное число. Не думайте о нем. Любое 5-значное. Киньте мяч следующему зрителю. Тоже напишите любое 5-значное число. Побыстрее. Не думайте о нем. Киньте мяч следующему зрителю. Что же так боитесь мяча-то? Принимайте. Вам тоже предстоит написать любое число, 5-значное. Спасибо. Мы выбрали 3 зрителя и получили 3 числа. А сейчас я попрошу председателя жюри сложить эти 3 числа. Числа большие, в этом вам поможет калькулятор. А пока он считает, я сейчас вам напишу свое предсказание. Предсказание совпало. Сейчас, секунду, подождите. Председатель согласительной комиссии вместе с калькулятором гораздо медленнее, чем наша героиня. Да. Потому что председатель согласительной комиссии не имеет права ошибаться. Итак, какая цифра у вас получилась, Борис? Так, у меня получилась цифра, я уже посмотрел, имеющая весьма мало общего с данной цифрой. Скажите, пожалуйста, какое у вас число получилось? 158 934. Ничего страшного. Надо это записывать. Нет, мы выбрали 3 зрителя. Поэтому попрошу полученное число разделить на 3. Сейчас. Предсказание совпало. Теперь предсказание совпало. 52 972. Отлично. Добро пожаловать в магию чисел. И отдельное вам спасибо, Наташа, за то, что стерли торжествующую и злорадствующую улыбку с лица Бориса Оскарча, который был уверен, что фокус не удался. Спасибо огромное.